Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры Дворецкий. Итак, вспоминаем, что нам сегодня нужно сделать. Поклеить обои и восстановить портрет дедушки. Начнем, наверное, с портрета, так как он у нас висит с прошлого еще обзора, да? А потом уже обои. Часть поклеим, часть оставим на прошлый, на следующий обзор. Там вот видим, картины неровно висят, в общем, работа не початый край. 518 уровень. Наша мама опять вяжет шарфик, поэтому нам нужно пройти хотя бы там несколько уровней, чтобы получить бонус в виде, наверное, бесконечных жизней, да? Поехали! Как видим, здесь много-много яблок и много-много синих фишек. Фактически каждый ход нужно нам по 3 фишки выбивать, да, вот. А те, что, кстати, вообще на карте нет фактически, да? Ну, ладно, вот так вот можно. И вот так, хорошо. Допустим, эта ракета здесь мне... Ну, должна, в принципе, помочь. Вот так вот. Нужно хотя бы один... О, вот бомба, бомба. Отлично, бомба здесь, это просто... находка. Куда она полетела? Ладно, не совсем туда, куда я хотел, но сам виноват, нужно было взрывать ее на месте, да? Так, как-то вот с ходами и все не складывается. Самолетик разве что вот так запустить. О, пошло дело, хоть немного, но пошло. Побыстрее бы, потому что осталось 21 ход, как бы. Скоро не то, что дело пойдет, а заглохнет. Так, вот, кстати, еще одна бомба на самолетике. Решил этот раз далеко не лететь, после того, как я ее, в общем, пообзывал, да? А то вдруг опять мне не понравится. Ну вот, уже еще один поднос убран. В принципе, нормально пока все, да? Вот так вот. 17 ходов, 55 синих фишек. Вот это мне вот не нравится. 55 это, конечно, очень много. Могу все сделать, а вот с этими синими фишками не сложится. Так, ладно. О, вот так вот ракета тоже неплохо появилась. Опа, бомба. И мультишар. Ох ты. Вот сейчас у меня дилемма. Наверное, все-таки вот так вот я использую. Вот осталось 9 ходов. И синих фишек реально на карте вообще почти нет. Вот, 31 фишка. 27. Ух ты, ух ты. 22. Класс. 10 фишек, считайте, сами мне в руки пришли. Так, ладно. Эх. Можно вот так сделать. А пускай вот так вот будет. Так, 12, 9. Ох ты! Класс, все. Синие фишки уже не проблема. А теперь проблема будет другая. Ладно, надеюсь, я ее решу. Вот, отлично. Так, яблоки. Все, синие фишки есть, за которые я переживал. Вот так вот ракета еще 2 яблока выбиваю. И последнее яблоко само там как-то вылазит. Вот так потихоньку уровень прошел. Хотя думал на нем застряну, если честно. Начало неплохое сегодня, надеюсь, дальше будет только лучше. Хватит, Остин, хватит. Мне уже не терпится поскорее пойти дальше. По сюжету. Кстати, здесь, по-моему, дизайн немного обновили, вот этот вот шарфик вяжется. Он раньше немного по-другому выглядел. Так, ладно. Ой-ой-ой, 24 бустера нужно. Хорошо. Итак, довольно-таки сложный уровень. Я уже один раз проиграл здесь.
сложность в чем? У нас, во-первых, здесь есть чайники, а во-вторых, орехи. То есть в итоге получается одинаковых фишек на карте почти нет. То есть делать бустеры, ну, нереально практически. Только те, которые выпадают с этих сумок, еще как-то что-то. А вот, допустим, самому сделать, ну, практически нереально. Так, вот здесь самолетик. Ага, вот сейчас я смогу сделать ракету. Один из немногих бустеров, который я могу сделать сам. Так. Теперь можно, наверное... Даже не знаю. Ну, пускай здесь, допустим, ракета полетит. Ковер расстелит. И вот здесь сверху тоже... Орехов много выпадает, только их немного раз этот рассеешь, когда они опять выпадают. Так, еще одна ракетка, хорошо. Так, ракетка, ракетка. Здесь бы, конечно, бомбочку сделать. Но это было бы слишком круто. О, вот и бомбочка, ха! И здесь ракета. Ну, пока вроде как... Все складывается. Вот у меня 14 ходов, 13 бустеров. Там сверху ракета. Ладно. Вот так, допустим. О, отлично. Ракета вот снизу там почистит. И бомбочка опустится. Ох, класс. Ракета сама сделалась. Так, ну что же. Самолетики никуда не денутся, я их пока не использую. Так, нужно как можно больше запас сделать. Так, 8 ходов. 9 ходов, 8 бустеров. У меня 3 бустера, допустим, есть. Но это аж мало, ладно. Вот еще ракета. Да еще и взорвалась. Ха, класс. Так, вот могу еще 2 бустера использовать. Смотрите-ка. Осталось всего 2 бустера. И вот они. Обалдеть. Вот так вот, в принципе, не скажу, что сложно, но прошел этот уровень. С первой попытки вообще ничего не получилось. Просто был полный завал. Вот, Остин подтвердил, да? Полный завал. Так, ну, вот приз. За... И да, да, на 1 час бесплатно, бесконечной жизни. Это здорово. Теперь можно не переживать, а спокойно проходить уровни дальше. Итак, восстанавливаем портрет прадедушки. Посмотрим, что из него получится. О, ну прям как новенький, да? Энди, на этот раз вы превзошли самого себя, то есть ничего от себя не добавили. Ну, по правде говоря, я хотел бы еще поменять фон. Декорации классических портретов всегда такие скучные. Знаете, Энди, похоже, бабушка нуждается в реставрации даже больше, чем дедушка. Выглядит она как-то серовато. Не проблема, сэр. Если желаете, я мог бы вдохнуть немного жизни в это скучнейшее полотно. Моя муза вернулась, и я готов творить. Было бы здорово. Надеюсь, бабушкин портрет вы отреставрируете не хуже, чем картину с дедушкой Чарли. А, вон он, следующий этап, да? Ну, наверное, все-таки мы тогда восстановим сегодня портрет прабабушки, чтоб прадедушке не скучно было там, да, одному. А уже обои будем клеить в следующий раз. Но впереди нас ждет сложный уровень. Хорошо, что дали бесконечной жизни. Итак, с чего мы здесь начинаем? Ух ты, я вижу, с чего. Бомба. Можно сделать бомбу. То есть, это просто чудо какое-то, не подарок. Смотрите, сразу цепи по центру все разобрал, разбил. И вот смог пробиться туда вниз. Довольно-таки хороший подарок вначале. Так, только там ракета как-то куда-то не туда полетела. Точнее, ну, сделалась немного не там. В принципе, вот так вот. Что еще могу сделать? Опа. Блин, там сверху мультишар бы нарисовался, если бы не вот не те цепи.
Обидно, досадно. Ну ладно. Еще одна бомба. Класс. А вот и мультишар. Никуда он не делся от меня. Если он должен быть здесь, то он будет, да? Так, ну только я шутил о том, что его никак сюда не пора этот... Не подведу к... в этой бомбе. А было бы классно. А почему никак? Вот. Вот. И, наверное, это даже лучше, чем с самолетиками, да? Степи поразбивает. Нет, все-таки масло все не убралось. Ой, как обидно. И вот целая куча еще. Да уж. Оно же сейчас начнет расползаться, наступать. Ладно. Надеюсь, не сильно успеет, пока я его окончательно не выиграю у него. Так. Еще один поднос убран. Может попробовать сделать еще один мультишар, но это практически нереально. Так, самолетик. Так куда ж ты под нос летишь? Лучше в цепь полетел или в масло. Ну что ж ты делаешь? Иногда бывает, конечно, эти самолетики летят очень неправильно. Так. Не вижу вообще, куда походить. Просто не вижу. А вот сейчас увидел. Ух ты, мультишар. Ух ты, мои родненькие. Ух ты. Класс. Уже победа по-любому должна быть, правильно? Да, все, смотрите. И 10 ходов осталось. Вот такой вот сложный уровень. Ха. Удача со мной, то все сложные уровни становятся несложными уровнями, точнее легкими. Если бы еще здесь давали, как в этом, в Садовнике Остине, 2 звезды за сложный уровень, было бы вообще классно. А так только одна. Кстати, нужно такую идею разработчикам дать. То что ж это, в Садовнике 2 звезды за сложный уровень, а здесь только одна. Хотя денег и там одинаково дают, в общем, мне это не понять. Идем дальше. Итак, у нас на этот уровень дано 38 ходов. Очень много как для одного уровня, поэтому, скорее всего, уровень очень непростой. Здесь опять вот эти вот... получается... Чайники есть, и, соответственно, комбинации делать будет сложно. Плюс куча перегородок, которые не будут давать мне вообще ничего делать. В общем, сейчас будем пробовать. Так, ну, самолетик, в принципе, что нужно использовать, чтобы там перегородку убрать хотя бы одну. Так, и ракеты здесь тоже, чтобы сюда вниз пустить фишки. Ух ты, мультишар. Слушайте, мультишар. Но дело в том, что... Реально он мне здесь никак не поможет сейчас. Я не смогу ни с чем совместить. Потому что вы видите, то есть мне здесь как бы нужно думать, как перегородки убрать, а мультишар сам по себе он же, ну, ничего не дает. Да, конечно. Ракета еще. Ладно. Со второй стороны фишки вот. Бомба. Ой-ой-ой. Класс. Вот это уже хорошо. Так. Вот так вот. И вот так. Вот она. Вот это, конечно, уже было круто. Вот это нереальное везение. Делать мультишар, так еще потом ракету к нему прям доставили. То есть это, мне кажется, уже полдела, да? То есть перегородки почти все поломаны. А... В принципе, к этим желейкам я уже подобрался, да? Могу так спокойно делать бустеры. Надеюсь, все будет хорошо. Так, еще ракета. Вот так вот ее. 17 ходов, 10 вишенок, все я их вижу. В принципе, вроде как все должно быть нормально, да? Так, ну. Так, пока все. М-м-м-м-м.
что-то как-то и ходов вроде нет. Вроде так все хорошо складывается. Но вот ходов нет, и бустеры не могу делать. Надо же. Только не говорите мне, что я проиграю сейчас. Я обижусь. Особо-то и ходов нету. Смотрите-ка, что делает, а? Вообще. Вот, наконец-то хоть что-то такое. Ух. Так, 5 вишенок осталось всего лишь. Нужно как-то поднапрячься и сделать это, в общем. Не так, не так. Вот еще одна вишня вышла, скажем так. Так, бомбочка, бомбочка, по идее. Сейчас мне ракета сделает и выбьет вишню. О, отлично, смотрите-ка. Одна вишня всего осталась, и... Вот я сейчас ее вот так открою и вот так выбью. Фух, пронесло. Это же был момент, когда я вообще уже просто был в шоке от такого невезения. Вначале, конечно, повезло с мультишаром, но потом вот эти фишки, вот эти чайники везде, где не нужны, мешают, не дают делать комбинации, это, конечно, жесть. Так, какой там уже клубок? Что, 4-й всего? Или 5-й уже? Я что-то запутался. Так, у меня 2 звезды, значит, 4-й. Так, берем 5-й уровень на сегодня и... Зарабатываем 3-ю звезду. Ух ты, какие сегодня уровни все такие красивые, какие-то такие уникальные. То есть, по-своему. Такой рисунок у всех, ну, интересный там, ну, и так далее. Ну, и сложные, если честно сказать. Так, еще это масло везде наступает. Ага. Так, еще ракета. А, наверное, я вот так сделаю самолетик, две ракеты использую. Хорошо. Так, 18 ходов у меня. О-о-о. Наверное, вот так вот. Отлично, бомбочка, отлично. С чем бы тебя совместить? Да не буду ничем совмещать. Там желейки повыбиваю, маслица. Немного тоже. Так, а что же дальше? Самолетик. Так. Нужны какие-то бустеры. Вот типа таких, да? Кто бы сомневался, что мне попадется мультишар здесь. А 9 ходов нужно как-то теперь отдумать, как же этот мультишар использовать хорошо. Так, вот, допустим, раз. Теперь. А, нет, не так. Опа, вот оно. Вот она, вот она, вот она. 4 хода до конца. Ну что, хватит мне или не хватит? Отлично, масло все выбилось. Да еще мультишар сделался. Вот это прикол. Так. Интересно, стоит ли мне пытаться его с чем-то совместить? Или лучше не стоит? Было бы красиво, согласитесь, да? 2 хода... Нет, не буду. Использую его потом. А пока просто вот самолетиком сейчас последнее яблоко выбью. И все. А мультишар теперь подпускай. Приносит мне дополнительные монетки.
Так, все, третья звездочка есть. Давайте отреставрируем портрет нашей прабабушки. Ну, точнее, не мы, а Энди. Что за прикол? Ой, кошмар какой. Искусство и правду может шокировать. Энди, а где прабабушка? Энди, кто это? Что это? Бабушка любила цветы, а не кубики. Верните ее немедленно. А давно я не видел папу в таком состоянии. Думаю, лучше с ним не спорить. Сэр, но вы же сами согласились с тем, что этому полотну не помешает немного жизни. Впрочем, как хотите. Вернуть все как было несложно, только вот не помню, какой формы у этой пожилой леди был нос. Надеюсь, нос – это единственная проблема, а портрет бабушки должен быть на одной из старых семейных фотографий. Ждите. Вот Энди взял и учудил, да? Не могло же быть все так просто. А для этого нужно две звезды. Но у нас, к сожалению, сегодня еще один уровень на обзоре, поэтому все остальные нюансы будем уже исправлять, скажем так, в следующем. А пока... Какой у нас там уровень уже? Итак, что у нас здесь? Как обычно, вот такие уровни вначале нужно прорубываться туда вот как-то вниз, чтобы выходить на оперативное пространство, скажем так. Потому что здесь делать какие-то комбинации там и так далее, и как непросто. Но смотрите, пока вроде как везет, да, вот, о, все, посыпались все вниз. Еще и куча самолетиков сделано, походу, и еще сделаем мультишар. Вау, вы это видели? Вот это да. Сегодня не знаю, были уровни без мультишара или не были. Как видите, действительно их очень много, да? То есть, что не уровень, то мультишар. Так, а может... Не, не получится. Еще один сделать было слишком жирно. Ладно. Бомба там. Бабух. Так, хорошо. Еще бомбу сделаю. А может все-таки здесь мультишар как-то, смотрите. А, нет. Не получится. А почему не получится? А потому что получится. Ха-ха. Еще один мультишар. Да еще и с бомбой. Ух ты. Ну это уже просто победа. Причем разгромная, мне кажется, да? Пончик выбит. Один-единственный. Взрываю. Еще мультишар. Ха-ха. Да еще и с бомбой. Отлично. Все. Все. Еще 12 ходов осталось. Супер. Три мультишара подряд почти. Да еще все с бустерами. Конечно, круто. Такое бывает редко. Но метко. И шестой клубок заработан. Нам дают, как всегда, что? Ну, как всегда, 2 часа бесконечной жизни. Лучше бустеры дали. Ну, бустеры в конце уже, после 12-го клубка. Так что, не знаю, возможно, успею заработать 12-й, возможно, нет. А ну что ж, друзья, на сегодня наш обзор завершен. Надеюсь, вам как всегда, понравился. А сегодня было много везения, много красивых взрывов. А поэтому с вами прощаюсь до следующего обзора. А поддерживайте видео лайками, подписывайтесь, кто еще этого не сделал, и оставайтесь с нами. Пока-пока, до новых встреч!